Друзья, всем привет! Я в последнее время пытаюсь минимально разбавлять контент разными играми, и это неплохо так получается. И сегодня у нас хоть и PUBG Mobile не новшество и не новинка, тем не менее, олды, которые помнят, канал Hold Extreme создавался именно для этого. Были очень ламповые стримы, и очень много народу меня постоянно просят, ну пострим PUBG, снимай PUBG и тому подобное. И сегодня, ребята, мы это сделаем. В то время игра была очень требовательной, и не на все телефоны она подходила. То сейчас вышла упрощенная лайт-версия, которую поддержит практически самый простой телефон. И если раньше было желание поиграть, а возможности не было, то сейчас самое время попробовать. Итак, что по обновлению? Совсем недавно вышла обнова, в которой добавили кучу всего интересного. Если кратко, то это новая локация с парком аттракционов. Их, кстати, можно использовать. Более реалистичный тяжелый режим. Корзины с оружием под деревьями сакуры. Гранаты с весенними цветами и, понятное дело, обновленный тематический интерфейс. Сегодня мы с вами немного поиграем и почувствуем эти изменения на себе. Если вы хотите, чтобы видео по PUBG выходили чаще, то обязательно поддержите ролик лайком, оставляйте свой комментарий, подписывайтесь. Ну а мы погнали. Итак, друзья, у нас легендарное трио сейчас в PUBG. Это Карти, это Пот. Все перепутал. Это Арти, это Кот. А это Рома. Он просто сидит, потому что он мне дал свой телефон. Короче, сейчас будем пухи всех разносить. Пацаны, нажимайте готово, я готов. Постреляем. Yes! Вау, новый загрузочный фон! Да? А? Да. В смысле другая? Ну, типа PUBG Lite, это для слабых. Слушай, я разбираюсь в этой теме. Я PUBG играл пару раз, наверное. Ого. Это вау, что? У вас уже загрузилось? У меня еще грузится. Ну, у меня очень быстро загрузилось, просто у Ромы телефон. Вау! Нажмите удерживайте для броска. Гля, у меня граната есть в начале. Да. Деревья, короче. А что у меня это классно? Классно, да как. А где вы, собственно, не про... А, о. Так, пацаны, я... Знаете, что... О, это ты? Зеленый. Да, это я. А что ты зеленый? Ну, меня это-то вот так вот сделали. Ты же черный. Потому что у него краска попала. Краска? Это краски? Да. О, серьезно? Так, ребята, а тут сильно играет или мы против лохов сейчас будем играть? Все, мы летим. Где бросаем кости? На контейнеры. А? Давай просто прыгать куда угодно. На контейнеры. Они далеко. А тут они вообще есть? Что это за карта такая? Я не знаю. Ну на контейнере, вот там же они были раньше. Так это другая карта, кажется. Да? Или... Тогда смотри, справа кот на бутылку, мы с тобой, Артём, в лес. Окей. Так я за тобой. Куда, вы прыгнули? Нет. А я прыгнул. Мы за тобой летим. А куда лететь? Вниз. Ты куда-нибудь. Давайте сюда, на хату прыгну. Ко мне на хату? Давай. А как посмотреть? Да мы сейчас в воду просто улетим. Пацаны, лутайте сразу все. Договорились. Так ты нам оставь хоть что-нибудь. Блин, слушайте, ребята, все, Brawl Stars удаляю. Да. Побегли. Артём, понимаешь? Стой, М-ка моя! Падла, дай хоть патроны. А идите нахуй. Оп-оп-оп-оп. У меня автолут стоит, мне нечего бояться. Да блин. А, у всех, да? У всех стоит, да. Это плохо, когда у всех стоит. Так. Очень плохо. Для выстрела нажмите пульку. Есть. Так, руки-то помнят. Так, АКМ брать? Телефон охеревает, там бедный. Я уже был у них. Да. Я застрял. Ну, Ром, просто надо было покупать iPhone, вот и все. Дайте мне коряк. Кряк? Где мы тебя возьмем? Это, конечно же, жирно. Ты разогнался. Дайте шлем 4-го уровня. Хочешь, дайте там броневик. Вот именно на этом сейчас... Слушайте, ну графика вообще пинда. Иди сюда, смотри. Ничего лучше не видел в этой жизни. Слушай, реально, вот... Да, кто за руль? Кот, а что слева? Где слева? Блин, не садись. Стреляют, да. Где? Ну там, на карте смотри. Вот там стреляют, погнали туда. Во-во, чел, вижу. А у вас прицелы есть? Нет. У меня прицел есть. Так, стой, не бери ничего, сейчас я проверю. Ага, обойдешься. Я уже взял 4. М4. А!
Конечно же, А, потому что чел стоял. Еще, а? Еще, это целый сквад, сквад! Сквад, сквад, нет. Сквад, сквад, он, сквад! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, и килл мне. Фиг тебе. Так. Я даже добежать не успел до вас. Так, сейчас я все подберу за тебя, так. Ага, я, наверное, вот эту штуку заменю на вот эту. Оп-оп. Все. Что-то приземлилось? А, что это, что это? Так, я вижу труп. Так, рюкзак. У меня патронов нет, пацаны. Опа, давай. Стоп, 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 кот, что-то отойди. Дымит. Да идите, я сейчас в соло пойду. Вы что все собираете, блин? Ну тогда у нас... Еще один. Господи, ну чего их так много? Тихо, тихо, схват, схват. Вижу. Чур, это омега бокс. Все. Мое, 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 мое. Дай, 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 дай. Надо, блин. Оп, 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 шлем. Тут от нечего. Как это, я шлем. А, первый гол. О, смотри, дроп падает. Все. О, все, а машина есть у кого-то? Что? Машина есть у кого-то? Да, да, у меня. Мы уже едем. Давай, поехали. А как здесь ускориться? Как shift нажать? Вот, надо зажать вперед. А запись идет? Да, идет. Так, ну что, хлопцы, я бегу. Окей. Не вижу преград. Как посмотреть назад, чтоб не оборачиваясь? Где тут глазок? Не знаю. Да справа сверху, видишь, чтоб глазок? Возле карты. Справа. Да. Там глаз где? Нарисован. Ну глаз там нарисован. Где тут глаз нарисован? Справа, ну чуть левее карты. Таймера. Смайлик? Ну, глаз. Ты видишь тут глаз? Блин, ничего не вижу. Чуть левее вот таймера, вот под картой. Там таймер, видишь, что это вот ты чуть левее. Смайлик вижу, чат вижу. Да вот он. Левее это не чат. Он. А как, ну, там а глаз, как... там просто задержу его и поворачиваю. Слушай, а оно упало на крышу, как залезть на крышу? Подсади меня, сейчас. Да, конечно, пошел ты. А как залезть, пацаны? Тебя на дверь, да подожди ты. Надо открыть в обратную сторону. О, я броник взял. Так. Сейчас за машину пойду. Садись. Как прыгать, я забыл. Это рисун прыжок. О, я UMP возьму, а то у меня все равно патронов нет. Так, надо найти машину, чтобы залезть на крышу. Все, пацаны. Так. Вон машина. Где? Вон. А, она не рабочая, это ж полицейская. Так, еще и палками почини. А где делся дроп? На крыше вон лежит. А можно... О, еще один, я побежал. Где еще? Да, ах ты, блин! Машина. Пацаны, я нашел машину, все окей. Подсади. Ты не залезешь. Чел тут. Так. Это что? Ого, ты смотри, сколько выстрелов. Ого, ты смотри. Смотрю. Так. Так, пацаны. Ого. А я к дропу бегу. Беги. Сейчас я вас всех тут порешаю. Так, пацаны, если этот ролик соберет 100 тысяч лайков, я записываю вторую часть. Ооо, нормально. Так что давайте все по лайку там бить. Как-никак PUBG возвращается, ё-моё. Так. Легенда. А я залутаю дроп, а я залутаю дроп, а я залутаю. Интересно, дроп, каким я залутаю дроп, а 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 я залутаю дроп. Блин, а чё на машину нельзя залазить, алё? За бред. Ты вообще залазить никуда нельзя. А! О! Как бежать? Я почти залез! А, нельзя? Как плыть? Слушай, ты не подсказывай. А то скажут, что бустят. Куда? А я залутаю дроп. Вы если что меня поднимете? Конечно. Нет. Блин. Так, все, я подплываю. Фух. Ужас. Ужас. Такс. Открываем ящик, и у нас тут... Шо, ничего. Так, ребята, поставьте лайк, чтобы выпало лего. Йоу! X8, аух! Ну все, у меня третий шлем, у меня X8 и ау. Блин, а... Я до сих пор пытаюсь залезть. А, и у меня глушитель СВ. Блин, а это ж мне надо, короче, винтовку теперь, чтобы прицел этот туда, да? Угу. Ну и все, выкидываем лишнее. Да? Да. Он тебе не нужен.
Не, вы правда? Ну, да. Рили. Код фигни. А скажешь. Как выкинуть? Через инвентарь открой просто его кто-нибудь выдвинь. Не, вы сейчас не надеживаете меня? Да, ты точно выкидывай, он тебе нафиг не нужен, только место занимает, сам понимаешь. Зачем тебе это надо? Я пока патроны выкину. О, машина, вас забрать? Да, у нас есть машина. Я на Q8. О, давай. Я еду на Q8, мне по кайфу. 8, мне по кайфу. 8, мне по кайфу. Снова хайплю, хайплю. Я тут еду. Лол, возле меня. Я буду выпал. Я даже буду плясать, чтобы ты вставил трек. Все. Я тут поисполнял, нормально. А где вы есть? Я пытаюсь до сих пор залезть на ту крышу. Я уже залутал тут все. Садитесь. У меня есть X8. Да ты же должен был его выкинуть. Я никому ничего не должен. Гля, Ром, тут ты нарисован. Вот тормоз. Я шучу, Ром. Мне, кстати, тоже, Андрей. Так, как запрыгнуть? Давайте. Раз, два. Что там хоть? А, блядь, нет, там АВМ! Там АВМ с патронами, сука! Что? Там АВМ, блядь. И что, дай мне, у меня все равно X8. Да он там сверху остался, не тупи. А ты спрыгнул? Блядь, я не успел его забрать, Рили. Я только взял шлем, я случайно выпрыгнул. Так в смысле, можно его залезть забрать опять? Да. А, то есть получается, если я сейчас запрыгну, все, я понял. Блядь. Сука. Так. Ай, блядь. Ты думаешь, что это так просто будет? Я тут промучился очень много времени. А-а-а! Помогите! Я вижу. Я залезу, я заберу. Я вижу кровь на моем теле. Где? Там. Бля! А, Ваня, подними! Слился. Подними меня. А, помоги, это далеко. Помоги, вы что, слили? Нет, пожалуйста. Нет, умоляю. Не бей только обоссымом. Ладно, я к вам на помощь. Видимо, на этом все. Дорогие друзья, в общем, если честно, мне не очень было удобно играть на маленьком телефончике, лагающем причем. Но спасибо Роману, что он мне предоставил такую возможность. Давайте так, я без шуток говорю, если ролик соберет очень много лайков и просмотров, я поеду, куплю планшет хороший, Android. Хотя, как может быть Android планшет хорошим? Но! Я обязательно его куплю, и мы запилим. Мы будем вообще пилить папку периодически, как сам я пилю. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Мне было прикольно поностальгировать. Если вы тоже хотите играть в PUBG, по ссылке в описании скачивайте. В общем, Артём, скажи что-то в конце. Всем пока. Пока. Оп!